столько зега не ломались, сколько эти 003 вообще сожгли нам сцепу. А, это родная корзина сцепления, получается, вот этого, вот этой прошки 003, да. А, смотрим, вот это 172 мотора от зера, получается, сцепление. Давайте вот так вот сделаю. То есть на первый взгляд разницы, да, ее как будто нету. Только думаю, а что разница? Во-первых, так, по диаметру оно одинаковое, потому что диски одинаковые. Они по высоте разные. Смотрим, здесь вот перфорация, да, есть, если не ошибаюсь, так называется. Здесь ее нету. По высоте они тоже разные. То есть у меня пол не ровный. Давайте на столе попробуем. Стол тоже не ровный. Видно, да, что здесь длиннее, потому что здесь, сколько у нас, 6 дисков, а здесь у нас 5 дисков. Все, ну то есть, на один диск меньше, если не ошибаюсь. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, а, семь даже, да? Я достал 7, а здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, 6. Ну наоборот, 0,3 6, а в Zere их 7, то есть на один диск больше. Вот, дальше по корзинам вот этим вот. Давайте посмотрим, разницу есть, нету. Ну естественно, по высоте, вот, видно прям, ну, весомая разница, да? Прям смотрим, прям очень весомо. То есть корзина здесь как бы она побольше, именно, ну не в диаметре, потому что диски-то такие же, а по высоте, то есть дисков здесь больше, то есть 250 кубовый мотоцикл, у него сцепление получается лучше, да, скажем так, то есть от обычного 172 мотора не подойдет уже сцепа, смотрим, даже вот так вот, не, вот так одинаково уже, да? Ну, может быть венец вот здесь вот чуть маховик вот этот побольше будет, вот так плюс-минус одинаковые, но видно, что вот эта часть она разная. То есть по факту на вот этом 003 беспонтовом, да, который все расхваляют, что это очень охуенный мотоцикл, это говно парашное. Вот. Конечно, сцепление сжечь везде можно и тому подобное. То есть какой бы там мотоцикл ни был. Но вот это параша полная. Это дерьмо, а не мотоцикл. Здесь все сделано на удешевление. Все, повторюсь, сделано на удешевление. Повторюсь, вот смотрим, вот, да, старый ZR, который еще давным-давно производился там в 2019 году, и вот новый 003. Почему они, ну, не переняли сцепление? Зачем они сделали меньше? Как бы кубатура повысилась и так далее, мотоцикл тяжелее. Нет, они сделали сцепление. Ну, давайте на один диск меньше сделаем, вот, еще перфорацию здесь не сделаем, ну и металл поговеннее, чтобы наверняка, блин. Ну, не знаю, металл, скорее всего, один и тот же, просто это черный уже со временем. Вот. Вот и все, я вообще не понимаю тех людей, которые радуются вот этому калачу. Я там 5000 проехал на мотоцикле летом, у меня все отлично, пожалуйста, катайся, но ты знаешь, что у тебя вот такое вот говно стоит рисовое. Ты ему чуть нагрузки нормальные дай, поедь, блядь, надо по нормальному месту, а не по деревне вот там вот по дороге покататься 3 раза, вот, и по городу кататься на нем. А по нормальному, где вот он, эндуро колеса даже тут, да, по эндуро покатайся. А он вообще не для этого. Вот он именно по селу покататься годик, и все. Больше он ни на что не способен. Ездить вперед-назад — это единственное его предназначение, и то не эргономика ужасная. То есть это вообще ну, так неудобно делать. Вот. Ну, короче, по сцеплению, я думаю, понятно, да? Что оно разное. То есть от обычного 172 мотора, это, конечно, но оно длиннее. Слушайте, но оно длиннее, да, оно больше, еще оно тут, не получится его поставить, блять, сейчас, и, типа, я одним кадром снимаю, не хочу я монтировать, мне так лом это потом делать, а, ну венец не встанет этот, он же больше, и вот оно напирается, скорее всего не подойдет, сейчас мы, конечно, тут попытаемся поколдовать, потому что ну мало ли.
всегда так сложно сходит. Вот он чуть-чуть не хочет лезть. Не хочет. Вот как будто одинаковые. Венец, может, одинаковые, может, я что-то путаю. Вот. Выставляем центр. Да, он больше чуть-чуть. Не намного, но он больше. Прям очень-очень не намного. Не знаю, с чем это связано. С какими доработками, зачем и почему, но оно вот так вот. То есть вот это сцепление уже не подходит. Да? От обычного 172-го мотора. И почему они это сделали? И зачем? А это чтобы удешевить все, блядь, и чтобы вы запчасти нахуй искали, которых нету, блядь. А, вот это говнище, конечно. Ладно. Соболезную тем, кто это купил. И отъездил 5000 без поломок. Вот. Я лучше поезжу на старом японце еще 20 лет. Столько же, сколько я отъездил. И пойду делать мопед свой за 300 тысяч.